so hard to bear. The things around me that I see remind me of the past and how it all used to be. From souvenirs to more souvenirs I live, with days gone by. Life.
Государственного Совета, уважаемые коллеги, дорогие выпускники, уважаемые родители, гости, позвольте открыть торжественное заседание Ученого Совета лечебного факультета, посвященное 121-му выпуску врачей по специальности лечебной медицины. Сегодня на нашем факультете торжественный знаменательный день. Мы выпускаем в жизнь наших молодых коллег. Этот курс прошел очень жесткий отбор. И если вспомнить новейшую историю 6-летней давности, то надо сказать, что в 1999 году было зачислено 200 абитуриентов на бюджетной основе и около 300 на коммерческой. То есть всего порядка 500 студентов. Но до финишной черты дошли самые лучшие. Сегодня дипломы получат 291 выпускник, то есть порядка 40% отсева. Хорошо это или плохо, судить вашим будущим пациентам, но это мировые стандарты ведущих западноевропейских и американских вузов. Сегодня дипломы получат 88 студентов, которые занимались только на отлично и хорошо, это дипломы с отличием. Это значит, что более 75% оценок зачетов только отличные. 17 выпускников получат золотые медали, они занимались только на отлично и занимались наукой, большой общественной работой. Надо сказать, что у многих из них уже почти подготовлены материалы для кандидатской диссертации. Некоторые из выпускников были удостоены дипломов первой степени, их работы были признаны лучшими на всероссийском форуме, который проходил в Казани в этом году, по специальности акушерства, гинекологии, хирургии и некоторые другие. Это золотой фонд не только нашего факультета, но и будущее российской науки. В сегодняшний торжественный день традиционно своих выпускников приветствуют ведущие профессора, общественность и руководство вуза. Позвольте предоставить слово проректору по учебной работе, заслуженному работнику высшей школы, доктору медицинских наук, профессору Венгеровскому Александру Александровичу. Дорогие выпускники, к сожалению, наш ректор находится в отпуске в этом году, поэтому как его заместитель я приветствую вас в этот очень радостный и печальный день. День, когда вы расстаетесь со своей студенческой жизнью, но ни в коем случае не молодостью. Но достаточно сказать, что вот последние дни, уже не первый день, мы отмечаем 30 лет окончания вуза, и все чувствуем себя по-прежнему очень молодыми, энергичными и полными надежд на будущие свершения. А у вас все еще впереди. Поэтому день, конечно, сегодня радостный. Вы вступаете в новую жизнь, вы получаете диплом специалиста, и все свои знания, энергию, творчество вы направите на благо профилактики и здоровья, профилактики заболеваний и здоровья ваших будущих пациентов, на благо здравоохранения нашей великой Родины. Сегодня в зале присутствует рекордное количество выпускников, 291. Родители, друзья, жены, мужья, дети. Я поздравляю всех от имени ректората, от имени многотысячного коллектива Сибирского государственного медицинского университета, имеющего 5-е место в рейтинге вузов России. Вуза, который готовится отметить уже свое 130-летие. Это очень большая и радостная дата. И мы ждем вас на это событие. Вы сами посчитаете, когда? В 2008 году. Дорогие выпускники, сегодня день, который должен запомниться вам на всю жизнь, и нам тоже. Мы не собираемся расставаться с нами, многие будут обучаться в интернатуре, ординатуре, многие получат в ученом совете, в актовом зале главного корпуса на ученом совете, дипломы кандидата и доктора наук, аттестаты, доценты и профессора, я думаю, многие сделают это в ближайшее время, потому что на вашем курсе как никогда было много очень талантливых и замечательных студентов,
которые с первого курса занимались компьютеркой, занимались фундаментальной медициной, выступали на конференциях, причем во многих городах нашей страны. Вашим курсом мы будем гордиться всегда. Еще раз поздравляю, больших успехов. Приказ о присвоении квалификации врача по специальности 04-01-00 «Лечебное дело» зачитывает заместитель декана лечебного факультета, доцент Раиса Владимировна. Государственного медицинского университета. Нижеупомянутым студентам 6 курса очной формы обучения лечебного факультета, завершившим в полном объеме освоение основных образовательной программы по специальности «Лечебное дело», имеющей 100% отличных оценок без пересдачи, сдавшей итоговую государственную аттестацию на «Отличное» и проявившей себя в научной, общественной работе, присвоить квалификацию «Врач» по специальности «Лечебное дело», выдать диплом с отличием, наградить медалью за отличное окончание вуза и очистить из числа студентов. Need to
look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Look into your eyes.